Видео представлено сайтом onlinegdz.net, номер 1102, алгебра Макарыча, 7 класс. На теннисном корте для игры пар теннисистов выделяется площадка прямоугольной формы. Найдите длину и ширину площадки, если известно, что длина больше ширины на 12,8 метра, а периметр прямоугольника равен 69,48 метра. Итак, через x обозначим длину площадки, а через y метров – ширину. Периметр прямоугольника вычисляется как сумма удвоенной длины и удвоенной ширины, то есть сумма всех сторон, но поскольку в прямоугольнике противоположные стороны равны, то получаем, естественно, удвоенное произведение одной из величин измерений сторон. Первое уравнение – система будет иметь вид 2x плюс 2y равняется 69,48. А поскольку длина больше ширины на 12,8, то второе уравнение будет иметь вид x минус y равняется 12,8 метра. И система уравнений имеет вид 2x плюс 2y равняется 69,48. Х минус y равняется 12,8. Х плюс y равняется 34,74. Х минус y равняется 12,8. Складываем обе системы и получаем уравнение относительно х. 2х равняется 47,54. Х равняется 23,77. 23,77 метра длина теннисного корта, а 10,97 метра ширина теннисного корта. Если вы хотите увидеть больше видео, подписывайтесь на наш канал.